окунек. Красавец, да? Я его, конечно, дома взвешу, но килограмм в нем это даже к бабке не ходи. Чуть. Пластик. Один тройник отцепили. Тут у нее шансов. Я поймал буквально за час. Щучки, окуньки. Вот. Соскучился по ракам. Немного раков поймал. Итак, парни, всем привет. С вами снова канал Рыбалка в Хакасии. Приехали мы с Александром Николаевичем. Он там уже ходит. Познавательные шапочки красные. Специально купил себе такую, чтобы мы его узнавали. Приехали мы на Коксу. Рассвет, время где-то 7:30. Возможно, видимость будет не очень. Короче, Кокса, залив Коксы. Все. Будем рыбачить, как и всегда, на спиннинг с берега, на микроджиг, на ультралайт. Ну там, может, поблерочки какие-нибудь, что-нибудь там. Вот. Как пойдет, так пойдет. Смотрите сами. Пошли рыбачить. Не переключайтесь. Итак, спиннинг Фаворит Экстрим. Не у нас тут, с какой стороны-то. Вот. Блюберт. От 1 до 7, по-моему. Мелко не вижу, читать не буду. Смотрите сами. Катушечка Дайва Ниндзя. 2000-я. Плетенка китайская. 0,06. Ну, приманка. Ларва. Стрекоза на офсетнике. Ну, 5 грамм. Мне больше нравится 5 грамм. И летит хорошо, и играет по дну нормально. Пошли искать рыбу. Опа. Вода сильно упала. Метра на 2. 3. Метра на 2 метра по берегу. У меня в прошлый раз там камушек был. Там рыбачили с камушка. На 2 метра упала по берегу. Ну, посмотрим, что будет. Уже хорошо расцвело. То есть нормально. Возможно, рыба еще дальше, конечно, скатилась. В прошлый раз мы тут ловили потихоньку. Не знаю, что будет. Что будет сегодня. Там вон мужичок заплыл на лодке. Вон. На хапугу. Сказал, что с берега вам тут делать нечего. Посмотрим, есть чего делать с берега или нечего. Если вода упала, то здесь стало мельче, чем было. Ну, по глубине. Может, и рыба отошла. Посмотрим. О, поклевочка была, кстати. Ха. Кстати, была поклевочка. Так что не надо мне тут лялякать, что рыба ушла. Он просто не просек. Крючочек маленько освободить надо. Я тут его зажимал. О, все, нормально. Была поклевочка. Так что не надо мне тут ля-ля. Типа рыбы нету. Короче, что, берем крючок спортивный S59 от Фанатика. S59, почему? Потому что вот он, видно, да? Нарисован шип на крючке. Чтобы он не давал слезать приманки. Берем крючочек. Крючки еще эти хороши тем, что у них большое ухо. Видно, да? Вот это вот большое ухо. Он очень будет хорошо подвижный на шарнире, на головке. Берем приманку и приложили, посмотрели. Вот где-то здесь заголовка сейчас выйдет. Вот, одеваем. И тут за телом сейчас выйдет, вот здесь вот, вот он. Вот он красиво вышел. Вот он. Видишь, как красиво вышел? Обалденно. Хвостик рабочий. За телом вышел и никому не мешает. Так, дальше. Крючочки проехали. Теперь берем так, головочку. Можно. Так, где у меня тут головочки? Груза. Вот у меня груза Чебурашки. 5 грамм. 5 грамм мне нравится больше. Летит далеко. Тоже так же от Фанатика.
это все я выписывал с интернета. Интернет-магазин, ну, не реклама, конечно, но могу ссылочку указать, если захотите. Вот разъемная чебурашка, так берем, вытаскиваем. Поворачиваем на обратной стороной и продеваем сзади. И тогда получается у нас по ходу. Все. Так. Вставляем обратно. Чик. И получилось у нас все правильно. Крючочек кверху, головочка. А теперь берем у нас наш карабинчик. На флюрике сегодня рыбачу. Потому что собираюсь ловить окуня. И как бы щуки не боюсь. Отрежет, отрежет. Если появится щука, значит будем знать, что она здесь есть. А так вот, вот карабинчик завел, застегнул. И вот сейчас будем рыбачить. Потому что было две поклевки на сет. Не засеклась ни одна рыба. Поэтому я решил поставить открытый крючок. Все, поехали. Погуляем. Походим. Рыбу поищем. Позвонил. Там дядя Коля на лодке сидит сейчас, на воде. Мимо машины проходил его. Сказал, поймал там что-то 5 или 6 штук всего. То есть сегодня слабенько. Даже с лодки на зимнюю удочку. Сегодня не фонтан. Вот. Ну, хотя по всем признакам, если вода упала, наоборот, рыба должна лучше клевать. Ну, как бы воды меньше, концентрация рыбы больше. Вот. Но не берет. Не берет там. Ну а с берега самому понятно. Можем не добрасывать. Тем более, что рыба не сильно активная. Но так как половить хочется, идем дальше. Ищем более глубокие места. Посмотрим, что будет сейчас. Думаю, дальше сильно не пойду. Потому что далеко сильно уже. Утопал, потом возвращаться надо будет. Вот так. Фух. Ну, пришел вот на скалку тут. Поглубже тут, надеюсь, будет. Ну, видно, что глубина уходит сразу. Вот тут ямочка должна быть. Ух ты. Посмотрим. Под скалой, может, рыба какая-то держится. Все-таки глубина здесь. Или рыбы нету, может здесь хотя бы есть. Хотелось бы верить, да, в это. Что-то поклевка была или показалось мне? Нет, не показалось, тут долбит. Долбит кто-то, вот он. Долбил окунек. Вот он долбил окунек на глубине. Стучал по приманке. Я слышал. Надеюсь, что-то будет. Хорошая глубина. Долго тонет. О, утонуло. Метров 6-7. Метров 6-7, да. Поклевал окунек. Не засекся. Вот он. Вот он красавец. Вот он красавец. Вот он красавец под берегом. В ямочке стоит. Значит, мои труды были не напрасны.
поиски рыбы. Вот так. Надеюсь, это был не единственный окунек. Хотелось бы верить мне в это. Вот даже присесть можно. Долбит. Вот он. Долбит. Будем ловить, значит, на макалку. Вот он. Вот он. Вот он, красавец. Вот он, красавец. Будем ловить на макалку, да? Бросил мимо ведра. Ладно. Ха. Будем ловить на макалку, да? Так я еще не ловил. Опа! Понятно. Вот он стоит прямо вот. Вот он долбит. Вот он долбит. Надо крючок открытый поставить. Вот он долбит. Я рыбу нашел. Офигеть. Видно, что по синенькому, что он клюет. Офигеть. Нападение просто хватает. Вот он. Опа, оторвался. Вот он. Вот он. Вот он, красавец. Иди сюда. Да иди сюда ты. Офигенно. Так я еще не ловил. На макалку, как говорят, да, у нас? Опа, сорвался. Слушай, супер. Супер рыбалка такая. Ну и вот, вот поклевка, вот он. Смотри. Бац, поклевка. Охренеть. Охрененно. Слушай. Ну, когда его падает, он уже хватает его. Вон, раз, сорвался. Не надо никуда кидать. Вот он, есть контакт. Ох ты, сорвался. Ну, ладно. Ладно, ладно, что ты. Сорвался, сорвался, что? Там же ты не один, единственный. Вот он. Он прям поднимается, прям видать, толще воды. Опа. Опа. Надо крючок открытый сделать, поставить. О. Иди сюда. Мой сладенький. Так, надо... Пустить, чтобы не мешало мне тут отцеплять, да? Охрененная рыбалка. О, нифига ты даванул-то. Нифига ты даванул. Братан, иди сюда. Я же говорил, ребята, поехали на рыбалку. Я что, просто так, что ли, ходил? Нет, конечно. Конечно, нет.
Обалденно. И висит, и висит. Это не рыбалка, это огонь. Это просто огонь-рыбалка. Слушай, я так никогда не рыбачил. Я в своей жизни так никогда не рыбачил. На спиннинг у берега, чтобы так вот раз, и вот смотри. Раз, и окунь. Я только кино такое видел. А, поймались, порвали стрекозу, да? Ладно, сейчас подцепим заново. Офигенно. Сейчас я поставлю открытый крючок, чтобы вообще не было этих вот зацепов там, сходов. Ух ты! Сошел. Надо крючок открытый поставить. Ах ты! Короче, давай, все. А то я так и буду танцевать. Ставим открытый крючок. Потому что офсет прошибает. Так, где у нас тут все? Все, погнали. Продолжение следует. Надеюсь, ребята там не кончились. Нет, не кончились. Вот он. На открытый крючок он намного лучше будет ловиться. Вот. Сходов будет меньше. Забрасывать можно руками. О, сошел, ладно. Не доел. Ну вообще огонь, прям рыбалка, вообще огонь. Так, что у нас? А, тут трава, вон что, может траву не едят из-за травы. Ну короче, надо попить чаю, правильно сами сказал, надо попить чаю. Пойдем, пойдем чайку. Это вот я, короче, вот. Вот я поймал, буквально, что там, минут за 10, наверное. Ну сами все видели, как оно клевало. Пойду попью чаю и продолжу. Продолжаем. Чай попили. Рыба, надеюсь, собралась. Ух ты! Вот смотри-ка. Пришел, дружище. Пришел. А я думал, все. Закончились. Нет, не закончились. Ух ты! Упал. Ну ладно, плыви. Упал, упал. Не жалко.
Ух ты! Вся рыба, ух ты! Вот он, вот он, вот он. Ух ты! Это был ух ты. Это не из ух ты. Ух ты, появился. Не ожидал я его, не ожидал, что он там дубанет. Видимо, они прочухали, что тут кормят, да? И сюда бьются все. Ну, ух ты, уплывает, рассказывает, видать. Ну? Подходит, ух ты. Ух ты, да? Mm-hmm. Сейчас ух ты был, да? Ёкарный бабай-то, а? Никогда бы не подумал так сидеть. Сейчас ходят, все кидают. Хорошо, хоть к нам никто не подходит, да, никто не спрашивает. А что вы тут делаете, да? Ну да, о, ох ты. Нет, это не ох. Не ох ты, это красава. Нормально, красава. Стащили у меня резинку. Пошел искать резинку. Ха, вот собаки, а. Собаки. Пошел искать резинку. Сейчас проверим, поставлю рыженькую. У меня фиолетку съели. Сожрали они бессовестно. Поставим вот такую ворочку. 2 дюйма. И посмотрим, что будет сейчас. Потому что они у меня просто отъели и все ее. Просто и все. Видишь, голый крючок. Сожрали. Посмотрим, что будет с этим цветом. Я думаю, что должны они ее хавать. Вот, проверим сейчас. Вот, проверим сейчас. Фиолетку-то мы знаем, что он живет хорошо. Вот рыженьку будет жрать или не будет? Ну, должен жрать, по идее. Ну, не знаю. О, долбит. Что, хвост откусили, что ли, уже? Или ему показалось? Откусили хвост. Ха, вот сволочь, а. Вот смотри-ка, что делают, а. Откусили хвост. Сразу. Нахер. Все, отмахнули, все, нету хвоста. Ладно. Вот какие. Гады. Гады. Откусили хвост. Сейчас повторим. Ты смотри-ка, сразу раз и нету. Раз и нету. Чик-пук. Тра-ля-ля. Ну давайте, ребятишки. Пауза была. В смысле, нас тут не было. Пока вам давали отдохнуть. Ну, за силы не сильно не хотят. Фиолетку-то лупили, только дай. А это сильно не хотят. Случайно кто-то, наверное, откусил. О, Александр Николаевич! У меня
фиолетовую маленькую сожрали, и думаю, дай-ка рыженькую поставлю. Хвостик сразу откусили ей. Понял. А фиолетку лупили, мама, не горюй. У меня что-то маленьких с собой нету, видимо. Да понятно, что найдем. О! Ох ты! Сошел. Сорвался, поклевка была. Сейчас они расчухают. Сейчас расчухают. И тоже будут брать. О! Дал как. О, у меня сход опять. На, друг, тебе еда. Вот это вот. Кого он имеет? На что это? Не, я хочу другую, все равно хотел меня. А зачем ты менять? У тебя клюет, зачем менять? Посмотреть, как другая работает фиолет. У меня червячок есть. Ага. Я хочу посмотреть, как он работает. Я сам не пойму, как он делает. А что ты мне долго лохать, а зачем? Надо было серию. Ну так и оставь ее, раз перестегнул и все. Да ну нафиг, я буду ее пристегивать. А что ты? Ну давай я тебе скажу, найду фиолет. Да все нормально сейчас будет, что ты? Попробуй. Ну. Да у меня тут тоже дохрена чего интересного есть. Видишь, тут обгрузки появились он. Я видишь, тут на обгрузок ты не дал, когда-то. Не, он, рачок у меня есть, я могу на рачка, он поменьше. Вот вообще на головке рачок. Ты что, у меня тут что-то... Это... Это вообще понятно тут. Поставил машинное масло, маленькое. У Лёхи брал, смотри. Что-то было сейчас непонятное, но... Но фиолетки все равно лупят лучше они. А машинка прям пахнет машинным маслом. Прямо это, чувствуется. Аж воняет. Работает. А что ты там поставил такое? Червячка в фиолетке. А, понял. Ну, понял. О, и это тоже, слушай, работает. Ух ты. Мощный окунь. Ну, машинное масло всегда хорошо работало.
Ну, фиолетка работает лучше, все равно. Тут сильно мелкая, видимо, приманка. Тоже жрут они ее нормально. Рот открой, крючок отдай. Вот оно, что-то хвостик откусили, что ли, уже. О, расчухали, что ли? Что, расчухали, что ли? Распробовали резинку, да? Чувствую, побьют нас с тобой, Александр Николаевич. А? Побьют нас с тобой, говорю, после фильма. Ну, они, вот. Они просто здесь, сюда приедут. Сюда приедут. Да, нормально. Это офигели, уже рыбу ловят и все. Откусили хвостик у него и все. Это у Васи маленького. Видишь? Ай. Ну что, откусили, вон у меня вообще без хвоста. Просто. Я резко еще. Все, поставим рака. Оденем рака. Или рака. Сейчас будем раком ловить. Будем ловить раком! Сука. Охренеть. Намутило тут край, да? Волной-то прибой набило. Мутный край встал. Рака жрать мы не хотим. Рака жрать мы не хотим. 4 грамма. Ну, сразу есть. Дай.
Понял? А рака жрать мы не хотим. У нас тут есть прозрачный такой червячок. Вот. Вот такой вот прозрачный червячок. Посмотрим, что он. Че, блин? Иди туда давай. Что-то они хотят, ребятишки. Или все, уже ушли? А? Но. Все-таки фиолетовая приманка самая крутая. Это все фигня. Это все фигня. Где у нас тут еще машинка была? Вот она. Вот она. Вот на эту сейчас вроде как клевала у меня. Только хвостика не откусили у меня почему-то. Давай повторим. О! Ну, рыбы нету, понял? Вот разница приманки, да? Тихо будь, сынок. Вот разница приманки. Приманка меняется. И, соответственно, рыба сразу по-другому ведет себя. А так кидал несколько раз разных видов, и как будто рыбы нет. Вот вам, пожалуйста, пример. Как показатель. Если не та приманка, можешь ходить по берегу и ничего не поймать. Подумаешь, что рыбы нету. А как только угадаешь приманку, вот она, пожалуйста, и клюет тебе. И ловится, да? Но фиолетку все равно берет лучше. Тут хоть машинное масло, хоть что тут подсовывай. Тоже не хотят. Один клюнул случайно, и все.
Да. Ну давайте, клевайте дальше. Видимо, все, потому что уже намутил. Ветер набил, наверное, да, уже, муть или не муть, а вообще просто, ну, просто рыба отошла уже, наверное, отсюда. Потому что течение, ну, как, волна бьет ее, да? Время как бы. Да? Когда она меньше всего клюет. Ну, в принципе, мы что, можем и лыжи смазать-то, да? Ну туда поехали, что? До дома, до хаты. Еще рыбу чистить надо. О! Ха-ха-ха! Вот он где! Рыб-то! Толстый! Ты куда? Да что ты, мать твою-то? Я-то думал, вы-то уже все совсем окончательно нас покинули. А указывается-то нет. Рыба-то клюет. Все-таки фиолетовая стрекоза. Это есть фиолетовая стрекоза, да? Как ни крути. Какую бы там фигню ни мазали, ни ставили, фиолетка работает круче намного всего этого. В общем, такая у нас состоялась рыбалка. То я сейчас уже на камеру буду базарить. Такая у нас получилась рыбалка. Ветер, волна, как бы время уже хорошее. Ну, то есть, я не помню, сколько время-то. Именно часа два, наверное, уже. А посмотрим, сколько время, что нам говорить тут. О, время 2 часа. Без 22. Вот. Такая получилась у нас рыбалка. Надрали мы этого окуня. Прямо не горюй, мама. Вот. С Александром Николаевичем. Ну, воду мы, конечно, сольем, чтобы не получилось, чтобы не говорили там, что у нас тут. Хотя воды тут две ложки. Вот. Ух ты! Я в яму встал прям. Вот. В общем, вот так вот. Наловили мы окуней. Нормально. Ну и, как всегда. А, целый грамм несет. О, коня, конечно, добавить обязательно. Он же тоже в прилове участвует. Вот, воду я слил. Да. Ну что уж я буду с водой-то вешать. Ну вот, весы по нулям. Вот, вешаем рыбу. Ты что, поднимать будешь мне помогать, что ли, или что? Не надо, я как-нибудь двумя руками-то удержу уже. Надеюсь. Сколько? Ну вот. Как бы. Честно говорим, 7485, ведро 500 грамм, ну 7 килограмм рыбы мы поймали с Александром Николаевичем. Два Александра Николаевича, подожди, два Александра Николаевича поймали, чуть-чуть рыбы, немножко рыбы,
Вот. Все, спасибо. А то мне там вчера тоже сказали, что... Не поверят, да? Да, у меня ход нет. Ну давайте сходу, да и все, что... Заранее, что тебе? Удочку ниже. Вот так вот, вот. Красавчик, да. Пойдет. А то, блядь, нету рыбы, блядь. Я собирал. Нету, блядь. Такая погода. Нету, блядь, у них рыбы, блядь. Мать вашу. Но. Погода, не погода, блядь. Рыбу есть, умеет ловить надо. Так, ладно, а теперь снимем нормально прощальный поцелуй. Давай. Без матов, чтоб все. Давай, без матов, чтобы. Что-нибудь учу, там. Учу. Сейчас мы выйдем из этого, из образа. Вот. Бронежилета она. Ну вот, короче, парни, такая состоялась рыбалка. Рыбалка была хорошая. Как говорится, кто хочет рыбу поймать, тот и найдет, и поймает. И нам повезло, мы рыбки наловили, удачно провели день. Время сейчас 2 часа дня уже. Волна, ветер, но нам это не помешало нарыбачить. Да. И рыбу мы вам все только что показывали, взвешивали 7,5 килограммов. Да. Вот. Ну, так что, там пусть полкило. Ну нет, 7 килограмм рыбы получилось, полкило ведро, потому что я знаю, что он полкило весит 500 граммов. И вот тут такой вот уже ветер, уже такой мощный, раздувается. Там он парни что-то там пытаются там поймать. Но я думаю, что они ни хрена не поймали. Не, мы... Вот. Просто мы удачно... Мы просто удачно нашли рыбу. То есть рыба есть, уметь ловить надо. Ничего такого. Привет всем тем, кто не поехал на рыбалку. Я звал. И кто знает, кого я звал, тот знает, кому я говорю. Так что если бы поехали, мы бы тоже поймали рыбу. Ладно, парни, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, пишите, не пишите, что хотите. Спасибо всем. Встретимся на рыбалке.